который присоединяется посвященная матчу 8-го тура между Детской Олимпией и Рыбинской Скоростали. Хотелось бы услышать после матча комментарии тренировки. Начнем мы с гостей. Ну, если брать первый тайм, он у нас получился скомканным, не было контроля мяча. Преимуществом владела Олимпия, но если брать первый тайм, особо классных моментов они не создали. Второй тайм мы использовали практически наш единственный момент, забили гол. После этого удачно оборонялись, были у нас еще 2-3 хорошие контратаки. Счет такой, какой он есть. Но мое мнение, что мы заслужили победу самоотдачей, желанием, но и Олимпия могла в том тайме сыграть. Тяжело такое его комментировать, в принципе, обидно, конечно. Обидно, мы пропустили гол, скажем так, из ничего. Игра с переменным, скажем так, преимуществом. Не смогли додавить, хотя замены усилили игру. Но в футболе бывает и так. Ничего мы трагедии с этого не делаем. Опять же, я говорю, что радует то, что есть игра. А когда есть игра, я думаю, что результат придет. Сухар Павлович, вопрос. В чем вы видите неудачу в сегодняшнем матче Олимпии? Я вижу неудачу, я скажу так, у нас, в принципе, команда в стадии формирования. Вы видите, что, в принципе, за последний месяц нам из команды 4-5 человек. Но, учитывая, что еще в летнем межсезонье те же 5-6, да, и мы 10 человек. И несмотря ни на что, я скажу, что, в принципе, вы и сами видели, да, что определенный рисунок игры есть. Ребята стараются, но не хватает немножко, наверное, я знаю, сыгранности, может быть, или вот именно концентрации внимания в завершающей фазе. В принципе, есть над чем работать. Наверное, вот это вот главная причина, что ребята вливаются в коллектив, все-таки создать боеспособный коллектив и ждать результатов в каждой игре, то есть стабильности. Все-таки это тяжелый процесс, и в принципе мы на правильном пути. Я думаю, что скоро будет результат. Вопрос Владимира. Вы сказали, что результат немножко вы заслужили победу в этом матче. А вот как прокомментировать действия судей? Не считаете, что они чуточку вам помогли сегодня? А вы слышали, что я как раз комментировал за все это время действия судей? Ну, просто я не... Это не мое дело. Если... Я не хочу, я могу вам один на один сказать, как, что там было. Ну, не хочу я комментировать. Есть там другие органы, которые они этим занимаются, не занимаются. Мы использовали свой шанс, потом были у нас моменты с контратаки. Вот за счет этого мы выиграли. Но я еще раз повторяю, были моменты и у Олимпии после передачи сланга, там тоже неплохо действовали. Что, вопросы? Вопросы. Все, тогда спасибо всем. Спасибо. Спасибо.